сейчас вам предлагается добровольно выдать предметы, указанные в постановлении. Компьютерная вычислительная техника. Компьютер есть, да. Компьютер есть. Но он большой стоит. Так. А чей это рабочий стол? Не, компьютер мой, вот это вот, здорово. О, телефон мой. Так, как без понятия? Вы проживаете? Не знаете, кто больше проживает? Нет, если честно, без понятия. То есть, вы знаете, проверить? Кто с вами еще проживает? Нет, со мной никто больше не проживает. Так. Все, все, я поставил. Телефон здесь такой. А? Здесь они лежали. Здесь? Да. Да, 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 да. Не понятно. Наиболее продвинутой в техническом плане, адаптированной под работу именно с российскими банками. Эта программа позволяла не только перехватывать логины, пароли, но и следить за действием пользователя, предоставлять злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру пользователя, а также могла в автоматическом режиме несанкционированно совершать денежные переводы на подставные счета злоумышленников. Таким образом, злоумышленники, настроив программу, могли спокойно ложиться спать, а на следующий день снимать миллионы рублей с подставных счетов на другие счета и, соответственно, потом обналичив. Для распространения данной программы злоумышленники взламывали крупнейшие финансовые и бухгалтерские порталы, а также наиболее популярные веб-ресурсы, связанные с электронной коммерцией. Таким образом, когда пользователь посещал тот или иной веб-сайт, взломанный, соответственно, злоумышленниками, к примеру, сайт по продаже билетов, либо пытался посмотреть изменения в банковском законодательстве, на их компьютер загружалась вредоносная программа, которая впоследствии опустошала их банковские счета. Операционная система, зараженная данным вредоносом, автоматически включалась в бот-сеть этих злоумышленников. Соответственно, это операционной системы злоумышленники могли манипулировать по, ну, в зависимости от их необходимости. Ну, соответственно, ключевой момент – это проведение несанкционированных платежных поручений в автоматическом режиме.